ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные управления уголовного розыска УМВД России по Смоленской области задержали смолянина, подозреваемого в изготовлении и сбыте наркотиков. Было установлено, что 20-летний смолянин, проживающий в многоэтажном доме на улице Нормандия-Неман, занимается приготовлением и сбытом наркотиков. Из незаконного оборота полицейскими было изъято наркотическое средство. Экспертиза установила, что изъятое является дезоморфином в значительном размере. По данному факту отделом номер 1 Следственного управления УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сбыт наркотических средств в значительном размере. В рамках расследования данного уголовного дела оперуполномоченные провели оперативно-розыскные мероприятия и обыск по месту жительства подозреваемого. В ходе обыска был изъят дезоморфин, шприцы и компоненты, необходимые для приготовления наркотика. Помимо хозяина квартиры, в комнате находились еще несколько наркоманов, только что употребивших очередную дозу. Хозяин квартиры ранее судим за организацию наркопритона. Он сам употребляет дезоморфин и продает его наркоманам, которые колют себе очередную дозу прямо в его жилище. Наркотики употребляешь? Да. Какие? Мужчина был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и впоследствии заключен под стражу. Уголовным кодексом Российской Федерации за сбыт наркотических средств в значительном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Расследование продолжается.